В июле служба психологической помощи Казанской епархии «Утешение» проведет ряд обучающих занятий, консультаций и других мероприятий. Ежедневно специалисты службы будут оказывать психологическую помощь жителям Татарстана. В архиерейском подворье московских святителей будет регулярно осуществляться работа психотерапевтических групп и групп поддержки. 11, 18 и 25 июля в студии нейрографики состоятся занятия «Ресурсы моего тела». Я благодарю Бога за все. И как не обесценивать себя? 15 июля запланирован онлайн-семинар «Сепарация. Здравствуй, свобода». 25 июля пройдет лекция онлайн-курса. Тема встречи «Человек как образ Божий. Уподобление Богу». Участие бесплатное. 27 июля специалисты службы утешения совершат паломническую поездку в старинный храм святителя Гурия Казанского в селе Петьялы Йошкар-Алинская епархия. 29 июля будет организован практикум, посвященный личным границам. Получить справочную информацию, записаться на индивидуальные и групповые занятия можно по телефону +7 904 667 21 44.